Благо цивилизации – вещь хорошая, но ценность их в повседневной жизни сильно различается. К примеру, жить в многоэтажке без горячей воды можно намного дольше, нежели без возможности пользоваться канализацией. Это хорошо знают жители нескольких районов Кузнецка, где в начале января случилась настоящая коммунальная катастрофа. Диспетчерскую водоканала буквально сыпались жалобы от населения. Сети оказались забиты, причем в ряде случаев устранить засоры вручную коммунальщики просто не смогли. Выходили в праздничные дни на Калинину 129, был забит коллектор, который там мучились 3 дня. Пока не вызвали спецтехнику, вручную пробить невозможно было. Хорошо, что погода позволила использовать спецтехнику, каналопромывочную машину. Техника – это машина «Амур». У нас, который для промывки канализации. Вот. Ну, работает она только в летнее время. Ну, здесь вроде потепление. Пришлось вызвать машину на подмогу, потому что так было ничего сделать нельзя. Спецтехника выручила еще в ряде случаев, но по большей части приходилось действовать вручную. Коммунальщики говорят, что извлекли из водопроводных сетей кучи тряпок, остатки продуктов и много еще чего, чему там не место. Вы сами видели, что там кидают туда в канализацию. Там все подряд, начиная от котят, топят котят, кидают в канализацию. Шланг от пылесоса тогда доставали. Все, мешки с мусором кидают. Прежде чем бросить отходы в унитаз, помните, к чему это может привести. К середине января частота вызова с требованиями прочистить канализацию несколько снизилась, но все равно ежедневно рабочим приходится выезжать минимум на 3-4 объекта.